Значит, заходим на сайт Voxy, входим в свой аккаунт. Всем, кому нужно написать в техподдержку, у вас случилась какая-то проблема, и вы хотите получить ответ. Нет, YouTube. Ребят, я не знаю, что сейчас случилось такое. Знаю одно. Контакт Юз. Вот здесь я нажимал внизу сайта. Вот Контакт Ньюс. Нажимаем внизу Контакт Ньюс. А, мы здесь. Заказать новую сим-карту нам предлагает, еще что-то предлагает, пишите no. О, и смотрите, после третьего сообщения, смотрите, внизу появился чат to use online. Нажимаете на эту черную кнопку. Видите, да? Нас просят создать тему. Перевожу на русский. Как тебя зовут? Номер телефона? Вы новый или уже существующий клиент? То есть здесь вы должны написать свой логин. Здесь вы должны написать свой номер телефона. Здесь вы должны написать новый, либо существующий. Ну, сим-карта. Вы по новой сим-карте пишете или по существующей уже сим-карте. Если вы заказываете новую, то выбираете новую. Вот. Представлять на рассмотрение. И нажимаете вот сюда. Ну, давайте я сейчас заполню. Пускай это будет вот так. Пускай это будет вот так. Пускай это будет вот так. Все, и здесь начинается чат у вас с уже не роботом, не фагом. То есть вам отвечает реальный человек. Скоро будет с вами. Все, страницу эту не закрываете. Voxy, спасибо за терпение. Сейчас вы номер 3 в очереди. Убедитесь, что этот браузер открыт, чтобы оставаться в очереди. Ждете ответа от все. В принципе, все. И переобщаетесь с техподдержкой по любому вопросу, который вас интересует. Но писать все надо на английском языке. Поэтому Google Translate переводчик вам в помощь. Вот, учить английский я вас не заставляю и сам его не знаю, но переводчиком пользоваться это, по-моему, в 21 веке элементарно. А теперь дружно поставили палец вверх, вот, и написали комментарий какой-нибудь, приятный мне комментарий. Я тут старался и разрывался не просто так. Надеюсь, я показал вам, как написать в техподдержку Voxy.